Еще один человек ищет славы или его ищет милиция, чтобы сделать известным в узких кругах. Разыскиваем мужчину, который проник в раздевалку аптеки в деревне Лесковка Минского района. Неизвестный похитил личные вещи провизора. Из дамской сумочки пропали кошелек, золотой браслет и банковская карточка, которой жулик успел даже воспользоваться. Деньги он снял в банкомате уже в Минске, где и попал в объектив камеры. Знакомое лицо? Звоните в милицию.